В столице Приморья зажжен огонь памяти. Торжественная церемония прошла у перенесенного на новое место памятника морякам торгового флота, павшим в годы войны. Я пришел сюда, потому что я патриот своей родины, потому что я болел за родину, потому что мы воевали. Мои два брата погибли на фронте. Так, и я пацаном вырвался на фронт, чтобы специально отомстить немцам за наших братьев, за нашу родину. Он появился в Владивостоке еще в 67-м, но 3 года назад попал в зону строительства Вантового моста через бухту Золотой Рог. Прошлым летом мемориальный комплекс передвинули на 30 метров. Он занял более просторную площадку и, кроме того, фигуры героев-дальневосточников теперь возвышаются на 6-метровом постаменте. Возложить цветы в преддверии Дня Победы туда пришли и ветераны.